Поэтому предлагаю Сурен начитать самую известную каллиграфию. Да, на самом деле, вот большая часть блогеров, которые работают с историческим материалом, живут либо в Москве, либо в Петербурге. И есть только одна звезда исторического блогинга, которая живет не в Москве, не в Петербурге, а живет она в Калининградской области, и это Сурен. Блогеры, как и представители любых профессий, бывают хорошие и плохие. Вот Сурен отличный. Ну а теперь пару слов о том, почему фестиваль посвящен теме приключения на море. Ну понятно, что Калининградская область — это область приморская, но помимо этого сама тема очень хорошо отвечает настроению цифровой истории. Потому что когда мы собрались и стали придумывать, о чем мы сделаем Калининградский фестиваль, мы все вспомнили, что в детстве читали книги.